Кирилл Агоев был одним из сильнейших спортсменов страны. В его копилке высококлассный результат в прыжках в длину – это 8 метров 1 сантиметр. Он добился отличных результатов на 17-х летних азиатских играх в 2014 году. Собираясь на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, спортсмена постигла внезапная смерть от сердечного приступа. Это наш будущий олимпиец. Мы большие надежды с ним связывали. Был очень одаренный. Одаренный был парень. Ну, так получилось, что он ушел раньше. Вот. Сейчас уже мы проводим 5-й турнир, посвященный Кириллу Агоеву. Вот. Этим турниром мы показываем, что мы не забываем наших атлетов. С каждым годом растет число последователей популярного легкоатлета, рано ушедшего из жизни. Участник юношеских Олимпийских игр североказахстанский легкоатлет Илья Рукавишников хочет продолжить спортивный путь Кирилла Агоева. Самого Кирилла Агоева я не знаю, но слышал о его подвигах, то, что он хороший спортсмен, и вот то, что соревнования эти проводят сейчас с него, это очень хорошо, тут призы хорошие. В турнире по прыжкам в высоту среди мужчин победу одержал Илья Рукавишников из Североказахстанской области. В возрастной и юношеской группе по прыжкам в длину победу одержал спортсмен из Кокшетау Вадим Карнаухов. Айгерим Бигенова, Салтанат Бейсенова, Жарсуну Мурзак, Кокшетау.